Чем могу быть полезен? Приветствую. До встречи.
я могу помочь? Приветствую. Всего хорошего. Что угодно. За альянс. Включи их защитные барьеры, и мы покажем, на что способен Виндикар. Узрите мощь Виндикара! Цель уязвима. Огонь! Благодаря тебе, Виндикар, снова в безопасности. Станут им наградой за самоуверенность.
уничтожь это порождение тьмы. Быстро и безжалостно. Спасибо тебе. Заготовил боеприпасы для своих пушек. Прояви силы демонов и открой цели для орудий Виндикара. А потом ищи укрытие.
полезен. Береги себя. Что привело тебя сюда? Рад встрече. Береги себя. Да пребудет с тобой свет. Да благословит тебя свет. Спасибо, что ты с нами. Настали непростые времена. Не секрет, что Альянс понес огромные потери в войне с Легионом. А теперь и наш мир истекает кровью от последнего удара Саргероса. Тем временем Орда обучает войска и точит топоры. Мы не можем это игнорировать. Наше будущее зависит от того, сможем ли мы найти новых союзников. Я прошу совета у всех, кто сегодня пришел сюда. Мы победили на Аргусе лишь потому, что герои Азерота сражались плечом к плечу с армией Света. Приветствую. До скорой встречи. Чем могу быть полезен? Скоро мы узнаем, ответит ли Орда на призыв Верина. У них нет чувства долга, но сражаться они умеют. Нужно отыскать армию Света. Если объединить наши силы, Легион падет. Мы должны найти... Похоже, они все-таки... Ты воины Света. Пусть Свет оберегает тебя. Следуйте за мной. Я провожу вас в чертог Света. Нас уже ждут. Никогда не видела, чтобы Дринеи собирали столь мощную армию. Аргус... Родина наших предков. Мы обязаны вырвать его из рук Легиона.
тогда мои родители вернутся домой. Дренеи, герои Азерота, пришло время вторжения на Аргус. Мы спасем наш мир и остановим пылающий легион раз и навсегда. Демоны дрогнули. Мы должны ударить сейчас, пока их внимание приковано к Азероту. Активируем. Ты прав, Иллидан. Это наш лучший шанс. Экснодар был поврежден при крушении, что забросило нас сюда много лет назад. Все эти годы мы отдавали свои силы строительству нового корабля. Орудие нашего воздаяния. Удачи! Армия Света ожидает нашего прибытия. Только вместе мы одержим победу над Легионом. Свет приведет нас к ним. Рамуул, начинай посыпать. Отправляемся по твоему. Все войска погрузились на Виндикар. Подготовка к вылету почти закончена. Достигнув Аргуса, мы объединимся с армией Света и начнем наступление. Ты просишь на самом деле. А остальные? Мы все следуем пути Света. Куда бы он ни вел. Вера всегда была твоей слабостью. Когда твои братья поддались тьме, ты не вмешался. Когда Легион разорил твой мир и поработил твой народ, ты сбежал. Ты лишь наблюдал, убеждая себя, что следуешь пути Света. Признай, ты подвел Эридаров. Их кровь на твоих руках. Ты не представляешь, на что я пошел. Чтобы спасти мой народ. Свет сковывает тебя. Ты должен выбрать свой путь сам. Пророк, Виндикар готов. Лети. Твоя армия Света. Ксенодар. Что-то не так. Трусы выползли из своей норы. Заряжают орудия. Пророк, что нам делать? Мы примем бой. Последняя битва за Аргус началась. Корабль не выдержит такого же выстрела. Орудие заряжается. Это наш шанс. Рамуул, размести бункер прямо под нами.
бункер размещен, пророк. Запускаю матрицу телепортации. Дай знак, и мы присоединимся к передовому отряду. Жду приказ. Ты хочешь что-то купить или продать? Надменность легиона не знает границ. Кони демонов из всех миров. Им не спастись от нашего гнева. Наше время пришло. Защитить Виндикар любой ценой. Наконец-то наше время. Виндикар не может поразить орудие, пока они окружены щитами. Поторопись! А бой не сможем долго держать оборону. Аргус всегда будет нашим. Спасибо тебе. Это одни из лучших эридарских воинов. Не стоит их недооценивать. Склонись перед мощью, повелитель!
демонов не убить. Умерев, они демонов не убить. Умерев, они возвращаются. Демонов переполнены энергией скверны. Легион здесь явно не бездействовал. Сопротивляйся. Борись. Не вступай в схватку с завоевателями в одиночку. Я даже отсюда чувствую их силу. Нужно уничтожить.
уничтожить орудие, пока у нас еще есть возможность. Странно, что его не охраняют. И что-то не так. Зло все ближе. Это не просто орудие. Свет. Я бы не полагался на их помощь. Рискуй жизнью, если хочешь, а я буду готовить войска к неизбежной контратаке. Как скажешь. Пойдем. Я чувствую, они где-то неподалеку. Не все эридары оставили Аргус, когда Архимонд и Кил'джеден заключили союз с Темным Титаном. Многие вступили в Легион добровольно, поверив лживым обещаниям Саргероса. Те, кто осознал истину, пытались сбежать, но оказались в ловушке этого кошмара. Даже не знаю, как им удалось выжить. Не бывает заблудившихся. Будь начеку. Слуги Легиона – мастера обмана. Возможно, мы идем прямиком в ловушку. Держись ближе. За нами следят. Это место кажется знакомым. Будь наготове. Мы окружены. Покажитесь! Я думал, ты забыл свою родину, но ты вернулся. Этот голос? Хатуун, как ты выжил в этом кошмаре? Аргус изменился, и мы изменились вместе с ним. Разве у нас был выбор? Я не желаю ссоры с тобой, Хатуун. Но не позволю твоей обиде помешать нашей войне с Легионом. Ты бросил свой народ, пророк, и свою родину. Такое карается смертью. Но твои союзники спасли многих из нас. Быть может, ты и изменился. Довольно! Об
опустить оружие. Пророк и его спутник нам не враги. Только объединив усилия, мы сможем хотя бы попытаться победить Легион. Верховный экзарх Туралеон рад встрече. Мы должны объединиться против после крушения. Другим не так повезло. Давай поговорим. Нам нужно многое обсудить. Мы прошли долгий путь. Не время отступать. Тысячи лет армия света сражалась с пылающим легионом. Мы атаковали их по всем фронтам. Мы преданы своей идее, как легион своей. Либо мы их уничтожим, либо они нас. Когда начался штурм Аргуса, мы знали, что можем его не пережить. А после того, как Ксенодар был сбит, казалось, все надежды рухнули. Но свет не оставил нас. Он призвал тебя, чтобы дать нам шанс на победу. И только от нас зависит, как мы им распорядимся. Мы сражаемся и побеждаем вместе. Эта тропа приведет тебя на плато. Будь начеку. Мы скоро встретимся. Yeah.
лучший из миров Великой Тьмы! Как ты смеешь? Как ты смеешь?
в порядке, Туралеон? Армия Света. Да. Мне повезло, что я был не один. Но, Лерия, есть еще кое-что. Столько лет я каждый день думала о том, что скажу ему. Но сейчас не могу произнести и слова. Но почему вы не связались с нами? С Азеротом, со мной? Артор, не проходило и хороший дня, день для охоты. Чтобы мы не... Ты разделяешь наш... Мы делаем все, чтобы тебя защитить. Жить Индикар в разлуке. Индикар станет орудием нашего воздаяния. Как и в случае с любым другим оружием, его стоит изучить, прежде чем отправляться в бой. Кронакай Кристор! Да будут дни твои долгими, а труды легкими. Удачного денька! Блин, объяс! Слава Одину!